Искусство жить вместе. Сегодня в Аграрном университете прошла научно-практическая конференция, посвященная Международному дню толерантности, который отмечается в ноябре. Такие встречи стали традиционными, проходят уже четвертый год подряд. На этот раз участвовали не только студенты местных вузов, но и гости из Карачаева-Черкесии. Конференция объединила молодых людей, для которых принципы мирного сосуществования и взаимного уважения – не пустой звук. Они выступили с докладами на тему «Культура межнационального общения», «Семейный диалог», «Межкультурная коммуникация как основа толерантности». Всего было представлено около 30 работ. Материалы все, доклады, свои научные статьи мы намерены издать как сборник научных статей, как публикация наших студентов. Также мы назовем «Толерантность. Искусство жить вместе».